сегодня соперник был для меня непростым. Он был очень тяжелым, но я устал и с усталостью справился и сумел на характере вытащить бой. Да, я слышал их поддержку, и когда они мне кричали «молодец, молодец», меня это еще больше заводило драться и помогало мне очень сильно. Плохо выполнил тренерскую установку, не до конца доработал, все что, ну, выиграл, конечно, но так нельзя боксировать. Не знаю, очень тяжело было, тем более такие соревнования, не знаешь даже, мандраж все сильнее и сильнее, волнуешься больше и больше.